Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афро Мангу Мукбангу. Ну что ж, вот такой вот супер бутерброд. Мощный. Мощный. Тяжелый. Я не дошел еще до фарша. Прочитаю про труд сегодня. Труд – целесообразная энергозатратная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида или общества. Различают производственный и непроизводственный труд. К последнему относят репродуктивный труд. Противоположностью труда является отдых, который также может представлять собой целесообразную деятельность. Иногда грань между трудом и отдыхом может быть транзистивный. Чтение, рыбалка, спорт. Потом прочту. Пока. Тогда поем. Всем приятного аппетита, кто кушает. Про себя прочитай. Так. Особнячок такой. Гостиницы, рестораны и еще и магазины. Да, опять на Петроград. Конюшенный. Конюшенный. А, конюшенный, то, по-моему. Это, по-моему, Петроградка, по-моему. Либо Петроградка, либо Невский проспект там где-то. Точно не помню. Не знаю. Ну, ты можешь посмотреть, где находится. Спасибо. Какой район, в смысле? Как там, церковь побольше, чем за прибавить? Ну? Сырок. Да. Не очень мелко. Может, что поломать? Ну, поломай, как хочешь. Поломать надо.
ломается проще, чем я буду резать. Ну хорошо, поломай. Руками. Я не против. Ломать не строить. Смотря что. Сыр. Не надо сыр. Да, я шучу. Не надо, Маша? Нет, мне не надо. А, вот сегодня случай-то был. Я, правда, не хотел заснять, но не заснял. Выхожу из трамвая и иду к пешеходному переходу. Подошел к пешеходному переходу, оборачиваюсь, вижу голубь прямо на дороге. Машины там его объезжают. Он не улетает. Может, странный голубь. Может, раненый? Нет, нормально все ходит. Главное, ничего не боится, там машины мимо него пролетают. Ну, так может быть сбитый. Машина быстро машина ехала и сбила его. Не знаю. Нет, он все нормально. Ну, чего? Крылья на месте, голова на месте, ноги на месте. Ну это все может быть на месте, но если сбили это машиной, то может быть что-то там внутри может повреждено, поэтому он и не улетает. Может быть, не знаю. Ну чего? Мимо него прошел? Да. Пошел дальше. Да. А там его люди хотели его отогнать, а он все равно не уходит с дороги. Странный голод. Ну потому что, конечно, сбитый машиной. Чего отгонять? Его надо было взять и проезжую, на проходную часть перенести. С проезжей части, да, его унесли. Да. Унести куда-нибудь. Да. Какая-нибудь машина да собьет. На вираж дает вообще. Ой, хорошо. Вкусно? Да.
Здесь кусок-то не надо поднимать, только ту часть, которую ты будешь откусывать, а остальное пусть лежит на тарелке. Понял, да? Угу. Спасибо большое. Из-за чего? Чего? Не ладно, за. А из-за критики? Про себя. Вот так. А, Барвиха. Барвиха, это Мособласть. Да, а с сыром всегда все вкусно. Нет, все вкусно с сыром. Даже если картошку сделать пюре с сыром, будет очень вкусно. Я картошку люблю с луком. А? Я картошку люблю с луком. И с луком, и с сыром очень вкусно. Это для мамы новость интересная. Что за золотой мальчик?
Интересно? Мама меня любит Египет, Индию, да, археологию любит. Клады, да. Вот откуда у нас пошло. Пошли украшения из золота или всяких драгоценных камней. Извиняюсь. Голос из желудка. Голос. Из желудка. Да? Это не голос. А что? Это звук. Голос, когда ты произносишь, тогда вот это голос. Или какое-либо животное. Там жидкое вошло. Первая строчка. Челка 90. Этот, смотри, этот. Премьер этот, Борис этот, как его фамилия. Борис. Знаешь, как прическа. Какая хорошая прическа что-то. Это после урагана. Звали паучий. А, вот это. Ничего хорошо. Почему? Не нравится что? Мне нравится Майкл Джексон, вот такая вот прядка волос. Спускалась из-под шляпы. Тоже неплохо выглядит. Ну, мода такая, Мартин, да? Мода повторяется, понимаешь? Новая экранизация 12 стульев. Ага. Да? Да. Он лишился роли, видишь? Да. Актриса сериалов в основном. Ну да.
Извините, техническая неполадка. А это самое. Это что за компания такая? Какой страны? Я не знаю, не в курсе. Ну это самое название компании, а откуда они? Ничего не написано. Китай, наверное, или Япония. Там же все, все эти. Почитала? Да. Китай нам поможет. Да. Ну, эти карточки, которые эти банкоматовские, вот эти карточки, они уже к новым этим самым не будут подходить. Почему? Не знаю. Потому что поставщик другой будет. Но они сделают это сюда. А? Сделают, настроят все. Господи, что только не придумают. Летающий будильник. Его можно подарить друзьям. Опять Китай что-то придумал. Чтобы у нее, чтобы все вылетало. Ну, придумали. С этими лопастями, как у вертолета.
что только не придумывают. Угу. Да, и точно. Я же говорю, пропеллер. Эта часть взлетает по заведенному сигналу. Извини, до тех пор, пока пользователь не поймет ее и не вернет на базу. База еще какая-то. Ну, где он заряжается, наверное, скорее всего. Да. База называется. Вертолет, я же говорю, будильник. Лопасти, как у вертолета. Да. Летит уже. Ну, такой столик мраморная, это столешница. Да. Такой столик немало стоит. Из пластика. Да. Батарейками? Да. 5 штук нужно. Да. В комплект они входят. Угу. А когда они их заряжают, надо будет. Надо покупать новые или. Наверное. Или зарядка, или зарядку. Батарейки. Аккумуляторы поставить. Вместо батарейка. Может быть. Сыграем. Да. За 65 тысяч рублей. Да. 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 А вот эту первую картинку можно развернуть побольше? А, это просто на это на гробнице, наверное, вот эту. Видишь, как раньше художники рисовали на камне? Лицо в профиль, а плечи в развернутом изображении. Тогда уже и лицо надо полностью, а не в профиль. Ну, так, это вот так мыслили, как мысли, так и рисовали. Нет, то есть и не рисовали, а на камне все это высекали. Сколько там? Завтра. Плюс один. Ночью минус три. Пятница минус три. Вечер пятница минус семь.
Угу. В субботу минус 9. Ну, вообще то потом 0-0. Потом 0-5. Минус 5. Суббота. Ага. Угу. А, 5? Угу. Мне кажется, что 9. Тут еще кружочек. Угу. Пятерка с кружочком. Нет, я не вижу кружочек, я вижу только низ. Ну вот. Перед тем, как посчитать про труд, посмотрите, тут подборочку приготовил про этих трудяк. Так, ну все, надо читать. Thank you.
Продолжаю читать про труд. В процессе производственного труда человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы. Использует механические, физические, химические свойства предметов и явлений природы. И заставляет их взаимно влиять на друг друга для достижения заранее намеченной цели. Как экономическая категория, труд представляет собой один из факторов производства. В историческом материализме труд рассматривается как фундаментальная основа общественной жизни. Кроме того, в процессе труда возникают производственные отношения, характер которых также может оказать существенное влияние на сам труд. Главным критерием уровня развития труда является не сколько результат труда, сколько применяемые орудия труда, в которых отражены и уровень материального производства, и уровень общественного разделения труда. Труд бывает добровольным, вынужденным, принудительным. Примерами могут служить самозанятость, работа по найму, рабство. Ага, вот так. Да. Сейчас. Труд человека своей сознательной целенаправленностью и активным использованием орудий труда отличается от инстинктивного поведения животных. Хотя помимо человека есть и другие животные, которые используют окружающие предметы для достижения положительного результата. Но они их не изготавливают с помощью одних орудий труда, другие орудия. Обезьяны используют палки и камни, но никогда целенаправленно не изготавливают даже самого простого каменного молотка. Совершенствование орудий труда и совместное производство использование существенно повлияло на развитие человека как вида и системы общественных отношений. Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривали труд в качестве главного творца, в кавычках, человеческой истории. Они выдвинули трудовую гипотезу происхождения человека и общества. Вот. Дальше. Сейчас. Проблема возникновения человека мыслящего, творящего, способного к трудовой деятельности совместно с себе подобными была рассмотрена Энгельсом в работах «Диалектика природы» и «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Энгельс предположил в процессе эволюции человека существование сложного диалектического движения от биологических изменений к социальным и обратно. В силу изменения природных условий в жизни, будущий человек стал чаще использовать природные объекты – камни, палки – в своей жизни. Он вынужден был распрямиться для лучшей ориентации на местности, искать защиту от холода и при изменении климата. Эти природные предпосылки стимулировали развитие простейших трудовых навыков, которые, в свою очередь, привели к изменению строения кисти руки с отстоящим большим пальцем, что позволило удобнее и точнее использовать самые разнообразные предметы. Рука стала органом для труда и одновременно продуктом труда. Даже самые примитивные орудия труда формируют способы трудовой деятельности. Обучение владения орудиями труда и процессу их изготовления становится важнейшим средством социализации, приводит к развитию собственного мышления, появлению зачатков культуры. Поскольку труд неизбежно был коллективным, у людей возникла потребность в обмене информацией. Примитивное, но постоянное общение постепенно привело к изменению структуры гортани обезьяны, позволив существенно расширить возможности коммуникации. Речь стала средством организации и контроля происходящего в процессе коллективной деятельности. Понятно? Вот так. Вот и появился. Угу. Речь у человека. Да. А так был Дуларев.
Как обезьяна сейчас ревнует. Да, да, да. Ставь лайк, пиши комментарии под видео. Не забывай нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до следующего мукбанга. Пока. Приходите на десерт. Да, обязательно приходи.